находится на 11 месте с 19 очками выше «Космос». Как раз-таки вот в случае победы сегодня «Космос» знамя может догнать. Опасный момент очередной Евлоева. Бил он поворотом из штрафной. Да, на его плечах висели футболисты «Пересвета», но все равно до удара дело дошло. От 9 номера «Космоса» в створ ворот он не попал. Надо быть поточнее. Гор, да, это речь идет про «Чайку» из села Песчанокопское и про «Химик Август» из поселка Вурнары. Очень интересный выпуск, советую его тоже посмотреть. А пока что давайте смотреть на забитый мяч «Космосом». 1-0 на 50-й минуте счет становится. Но нашли все-таки лазеечку игроки «Космоса» и отправили мяч в сетку. Но достаточно быстро «Космос» забил во втором тайме. Мы ведь предупреждали, что надо «Пересвету» быть очень-очень внимательным, выходя после перерыва на поле, потому что может «Космос» удивить. Это и произошло. Давайте смотреть на повторе. Ну, казалось бы, мяч в центре поля. Идет такая вот передача на Евлоева, пас на Дронова. Уже с бровки и уже с правого фланга.